На совещании в карельском правительстве человеческое горе измеряли квадратными метрами. Чиновники Минстроя сообщили, что в прошлом году в республике должны были расселить 37 тысяч квадратных метров ветхого жилья. И на сегодняшний день удалось осилить лишь треть первоначального плана – около 12 тысяч квадратных метров. Более того, по словам министра, выполнить прошлогодний план успеют не раньше мая. Первый заместитель главы Карелии Олег Тельнов оценил темпы расселения одним словом. Плохо. У нас сроки переселения по программе этапа 14-15 закончились 31 декабря. В неприятной ситуации, к сожалению, мы находимся. Показатели эти не выдуманы с воздуха, и мы обязаны их исполнить. У нас есть полное финансирование, и никаких оправданий тому, что эти планы не будут выполнены, быть не может. За сухими цифрами чиновничьих отчетов живые люди, ставшие заложниками аварийных домов. Кристина и маленький Миша живут в поселке Заозерье, в старом щитовом бараке, который разваливается буквально на глазах. Потолки текут, полы ходят ходуном, аварийная печь практически не греет и ремонту не подлежит. Если ее разобрать, дом может обрушиться. Между потолком и стеной там вот такие щели, мы постоянно туда... Тряпки, не тряпки, пену, не пену, как бы. То есть, ну, бесполезно тут что-то делать. Ребенок постоянно болеет, как бы. С бронхитами лежали в больнице везде. То есть, тут вообще невозможно, тем более с ребенком. Давай похлопаем, покашляем, давай. Вот так вот мы постоянно... В 1954 году этот дом строился как временка, и лишь в 2012 его признали аварийным. В очереди на расселение молодая мать Кристина была первой, однако после смены прионежского главы неожиданно оказалась 30-й. О причинах внезапной рокировки, а также о сроках расселения аварийного барака в администрации Прионежья предпочли умолчать. Комментария нам добиться так и не удалось. У главы района оказалось слишком много дел. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».